Председатель правительства республики Абдусамат Гамидов и олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили в минувшие выходные посетили строительную площадку музея «Россия. Моя история» в Махачкале, а также ряд спортивных объектов. Патимат Бурзиева расскажет подробнее. Первый объект, который посетили премьер-министр и олимпийский чемпион – строительная площадка музея «Россия. Моя история», экспозиционное пространство которого будет заполнено 3D-инсталляциями, панорамными кинотеатрами и проекционными экранами. Культурно-исторический комплекс возводится на перекрестке улицы Дахадаева и проспекта имама Шамиля. В данное время идет работа по монтажу оборудования магистрального противопожарного водопровода. Идут работы по монтажу оборудования магистральной сети вентиляции. На всех этажах ведутся работы по стяжке пола. Также идут работы по устройству перегородки. И отделочная работа началась. На этой же территории строится целый ряд спортивных объектов. Это детский бассейн с прыжковой ямой, залы для занятий гимнастикой, борьбой, тяжелой атлетикой, боксом, дзюдо и гостиница для спортсменов. Разделит условно на два этапа. Это на 2018 год, это на 2019 год. Здесь у нас огромный центр борьбы. Зал получается 36 на 30. Здесь зал бокса, здесь зал дзюдо и зал тяжелой атлетики. Вот у нас здесь будет аллея олимпийских чемпионов. Строительство ведется строго по графику, по некоторым видам работ с опережением. Уже завершена укладка бетонной смеси, монолитные железобетонные конструкции здания. На стадии завершения работы по монтажу металлических форм перекрытия и кладки стен первого и второго ярусов. Подводим полную инфраструктуру за счет республиканского бюджета, делаем всю котельную, облицовываем весь комплекс. Остается у нас проблема, как его оборудовать внутри. По итогам осмотра Абдусамат Гамидов сообщил, что за счет республиканского бюджета будет обеспечена инфраструктура и выполнена облицовка всех сооружений. А по линии Минспорта России Дагестан с учетом софинансирования рассчитывает на помощь в строительстве спортивных объектов и приобретении оборудования. Такой объект за счет республиканского бюджета, который стоит более 1 миллиард рублей, мы не можем, но мы показываем федеральному центру Минспорту, что мы уже начали делать со следующего года. Есть такие предварительные договоренности. Со своей стороны Михаил Мамиашвили заверил, что окажет необходимое содействие в строительстве важных для региона объектов, предназначенных для развития детско-юношеского спорта. Сегодня, в частности, для нашей специализации в республике делается. Даже вот присутствуя здесь на этой уникальной грандиозной стройке, понятно, вот здесь будет борцовский зал. Это еще одна, в том числе и борцовский зал, это еще одна из возможностей для ребят реализовать себя, прийти в спортивные залы, попасть в умелые, надежные руки тренеров. Что же касается музея «Россия. Моя история», то завершить его планируют к концу лета. Ну а официально он будет открыт в День единства народов России 4 ноября. Патимат Бурзиева, Иван Паньков. Время новостей.